грандифлора ночью. Магнолия. Вот ее 7 лет уже у нас растет. Вполне успешно. Ростове-на-Дону. Вот видите, как мы ее просто насыпали листвы. Может быть, сверху прикроем еще пленочкой панифольгированной. Такие ночные зарисовки можно делать. Это у нас мисс Кантус. Вот он. Как интересно. Метелки его, когда в снегу, выглядит супер. Вот так выглядят наши злаки. Лаванда в снегу. Вот ее позже надо состричь. Кипарисовик. Насколько она имеет красивые приросты по весне, такие яркие белые. И вот она превращается в обычную сосну в зимний период. Сорт Пенос. Вот такая вот она отличная сосна. Смотрите, какая у нее длина иголки. Просто огромная длина. Отлично выглядит вот этот сорт сосны Пандероса. Это вот сорт не рост, это сосна стелится по земле и вот создает такую вот шапочку, как почвопокровник. Пихта кавказская. Парвифлора нигиша сорт, тоже очень интересная, нарядная. Это вот спилберг сорт, сосна черная спилберг. У нее вазонные такие повторного выхода иголки. Она дважды в году иголки выпускает. Мелкоцветковая японская сосна. Рейнхолд сорт. Рейнхолд. На фоне остальных. А это белобок. Белобок зимой. Уже крупная становится. Winter Gold. Зимой радует нас своей желтой окраской. Еще больше она радует сочетание вот с белобоком рядышком. Видите, как у них получается гармония какая. Еще один интересный сорт, называется Troll Gold. Тоже отлично выглядит зимой. Такая вот она нарядненькая. Видите, она плакучая. Пока будем подвязывать, она будет расти. Она же поближе. Маленькая. Вот, можжевельник Успенского. Это сосна Via Frost. За ней Амоника Пиндула Брунс сорт сосны. Еле. Видите, тоже отлично выглядит. Пендула тоже.
вот интересно, еще елка, напишу название ниже, не помню сейчас. А тут под ней еще можжевельник, смотрите, какой варигатной формы. Отлично выглядит. Ель. Там, друзья, такое чудо у нас в саду. Опунция. Минус 6 уже было. Посмотрим, что будет. Бальзамическая пихта. Кедровый стланник. Видите, какой. Сосна кедровая, корейская. Туевик долотовидный. Интересно. Sunshine сорт. Отлично тоже выглядит сосна. Горная. Лоули сорт Веймутова. Пихта испанская. Глаука сорт. Под снегом. А это еще один красавец зимний. Сорт лимон. Великолепно выглядит зимой. Вообще, вот два у меня сорта или три есть зимой. Великолепно выглядишь. Это наше новое приобретение. Кедр ливанский. Сорт напишу. Отлично выглядит. Симпатяга такая. А это вот наша злаковая горочка, которую мы никак вам не покажем. И уже начала она подсыхать. Уже не такая эстетичная, как была раньше. Но тем не менее. Ну, посмотрите, какие метелки. Друзья, это кедр гималайский, сорт Карфукс. Один из самых морозостойких сортов. Будем пытаться его выращивать в Ростове-на-Дону. Он уже, конечно, далеко выше меня ростом. Так что, надеюсь, у него все будет хорошо зимовкой. Вот видите, какой красивый есть великолепный сорт. Это пихта корейская, сорт Icebreaker. Вот всем рекомендую такую красавицу. Но она единственное, что
как бы капризная. Вот я уже четвертый раз ее сажаю. Вот надо подыскивать место, делать рыхлый грунт и поливать ее почаще. Пинус псевдопумила майя сорт. У меня получилось даже с нее прививочку сделать небольшую. Покажу сейчас прививку. Пруд замерз, но уже, наверное, скоро будет оттаивать. В Ростове это недолго продолжается такая погода. Думаю, что в ближайшее время все растает. Это вот альбиция. Смотрите, не сбросила листву. Я вот переживаю насчет альбиции. Как она у нас перезимует. Она очень высоко выросла. Видите, какая крупная. И боюсь, что она не перезимует. Потому что для нее это первая зимовка в открытом грунте. Вот он, основной пруд. Он тоже замерз. Видите, как классно выглядит еще рогоз в биоплата. Оранжевый, я бы сказал даже. Здорово, правда? Дополняет такой зимний окрас. В этом году смарак, конечно, очень сильно прибавил. Видите, как сосна гималайская. Вот она тоже под снегом. Тоже пограничная сосна. Но пока вот уже лет 5 она зимует у нас. Ну, в общем-то, все. Ждите следующей части. Мы обязательно будем делать еще, потому что в одну часть пройтись по всем нашим растениям. У нас их больше 115 штук сортов декоративных хвойных на прививках и прочее. Все очень много, поэтому за один раз мы, конечно, это все не посмотрим. Всем привет еще раз. До встречи.